Выключайся, нужен душ. Мегафон – самый быстрый мобильный интернет с лучшим покрытием в стране. Мегафон начинается с тебя. И в четвертый раз всем добрый день. И первый раз здравствуйте, кто присоединился к нам в онлайн-трансляции. Рад видеть вас на фестивале «Все просто». Благодарю, что вы пришли. И рад видеть особенно вас в лектории нашего фестиваля. В этом году мы проводим фестиваль в третий раз. И хочется сказать, что в принципе он родился, весь фестиваль, и затем и лектория. Это, мне кажется, такая вещь, из-за которой образовалась вся идея создания фестиваля. Ответить на вопрос, а что же каждый житель может изменить в своем городе? Каждый из организаторов подумал над мыслью о том, что вот проснулись вы с утра, посмотрели за окном, и вот что-то не нравится вам в Челябинске, или что-то особенно нравится. И что дальше с этим сделать? Можно жаловаться, а можно попробовать сделать что-то самостоятельно. И что же нужно делать? Собственно, лектория все три года пытается ответить на вопрос, что каждый житель города может сделать для своего города и для себя лично. В этом году мы планируем побить рекорды по количеству людей, которые придут к нам в фестиваль, но уж точно мы бьем рекорды по количеству людей, которые смотрят лектории, потому что онлайн-трансляция и вправду показывает какие-то запредельные цифры. В этом я благодарю и наших спикеров, и людей, которые рассказывают про фестиваль. В этом году нам помогает Мегафон, они сказали, что вас должны увидеть все, поэтому у нас так много людей. С помощью их высокоскоростного интернета мы поняли, что мы просто пули разлетелись по Рунету, и надеемся, может, даже смотрят в каких-нибудь других странах. Вообще, не буду долго затягивать, советую вам после лектории прогуляться по фестивалю, он в этом году больше, пофотографироваться с фламинго. Но я хочу передать слово человеку, который три года делает этот лекторий, вкладывает всего в него всю душу, силы и старается сделать его максимально полезным. Зоя Канина, прошу встретить ее аплодисментами. Сегодня весь день она будет знакомить вас со спикерами, рассказывать о том, что будет, помогать задавать вопросы и выносить чудесные подарки. Зоя, удачи! Спасибо, спасибо, Леня. Леня у нас организатор вообще в целом всего фестиваля, поэтому, мне кажется, он тоже заслуживает больших аплодисментов. Тут бы ничего не стояло и ничего не двигалось и не работало. Да, действительно, всех приветствую, всех рада видеть на лектории. Лектория у нас, мы называем его между собой лекторией менятелей, потому что мы приглашаем людей, которые стимулируют и начинают какие-то изменения в самых разных сферах. В этом году лектория отличается от прежних лет, потому что мы сделали его шире и разнообразнее по темам. Если раньше мы говорили по большей части о бордюрах, городских проектах, да, городской среде, но город — это же не только то, как он выглядит, да? Город — это жители, город — это то, какие социальные связи, какие коммуникации, где они получают образование. Именно поэтому в этом году мы говорим о медицине, образовании, коммуникациях, а не только о том, какая у нас архитектура, да? И мне очень хотелось позвать кого-то из Намачиманту, это телеграм-канал, который рассказывает о доказательной медицине, потому что я понимаю, что они точно менятели. То есть в России они действительно меняют убеждения людей о том, как искать информацию, как разговаривать с врачами, о том вообще, как в принципе, какая медицина должна быть и какой должен быть пациент. И лично мой опыт в том, что они действительно поменяли полностью мое представление и мое поведение, и поиск в интернете, вот, потому что до этого у меня было много историй, когда это были бессонные ночи, потому что ночью я загуглила что-нибудь, узнала, что это конец, больше ничего не будет, у меня какой-нибудь рак, вот, а потом оказывалось, что это полная ерунда. Вот, и я поняла, что это действительно очень важная тема. Поэтому очень рада, что вы все здесь. И я хочу пригласить на сцену Дашу Саркисян, медицинского журналиста и сооснователя этого телеграм-канала. Спасибо. Да, спасибо большое, что пришли. Я, конечно, на самом деле не очень люблю выступать и не очень люблю там куда-то ездить, но я очень была рада получить письмо от Зои и
Я увидела, какой классный, какие они все классные, какое у них хорошее чувство юмора, и какой классный намечается фестиваль, и решила поехать. И, собственно, я здесь. Да, меня зовут Даша Саркисян, я редактор «Медузы», соосновательница телеграм-канала «На Мочи Манту». И я сегодня буду рассказывать о своей работе, можно так сказать, потому что моя работа во многом заключается в том, чтобы искать медицинскую информацию в интернете. И, конечно же, я использую это в личных целях, этот навык. И я, наверное, должна с самого начала сказать, что сегодня буду основываться на принципах доказательной медицины. Ребята, у меня не работает кликер, по-моему. На принципах доказательной медицины. И это такая концепция медицины, при которой многие решения основываются на в первую очередь, исследованиях. То есть есть какое-то научное обоснование тому решению, которое вы приняли. Кроме того, это мнение врача, потому что бывают очень сложные случаи, и не все, к сожалению, еще исследовано, не все ситуации. Не знаю, например, у человека там рак, сахарный диабет, еще какая-нибудь глаукома, да, его нужно как-то лечить в этой ситуации, и, к сожалению, там вряд ли есть какие-то исследования, которые охватывают большую группу пациентов именно с таким заболеванием, да, и в этом исследовании там установили бы, как правильно лечить. Также ценности пациента очень важны в доказательной медицине. Это значит, что когда вы приходите к врачу, врач не говорит: вот лучшее решение, вы идете на операцию. Он вас спрашивает, что для вас это операция, что для вас это болезнь, может быть, вам будет, вы там до смерти боитесь этой операции, вам гораздо комфортнее жить с вашей болезнью, просто принимая какую-то симптоматическую терапию. И это тоже должно учитываться, когда принимаются решения. Я это говорю к тому, что сегодня я не расскажу, где искать хорошие гомеопатические препараты, я не расскажу, что классного есть в китайской медицине, потому что, к сожалению, это все методы, которые не имеют доказательств эффективности. И, не знаю, может быть, когда-нибудь произойдет то, что это все докажет, но, к сожалению, сейчас все исследования, их очень много, которые у нас есть по разным альтернативным методам, они нам показывают, что это не работает, и на то это и альтернативные методы. То есть, когда что-то показывает свою эффективность, оно качует доказательную медицину, а пока это все альтернативщина. Ну вот. Я думаю, что сегодня у нас, в общем, будут две части. Одна очень маленькая в конце, а одна очень большая. Первая про то, что делать, если что-то заболело. Ребят. Да. В первую очередь, если что-то заболело, вы обычно идете в Google, да, я так понимаю, или в Яндекс. Кто так делает там? Головная боль, что болит? Что делать? Кто так делает? Часть людей так делает. Это хорошо. Видимо, все остальные идут к врачу, я так подозреваю. Ну, достойно похвалы. Ну, в общем, очень плохо искать на русском. Простите, как бы я понимаю, что сложно бороться с этой привычкой, но поиск на русском вам выдаст скорее, что вам нужно использовать для лечения огурец, вам там само пройдет, вам нужно срочно на операцию, ну или принять ибупрофен. То есть вариантов лечения в этом случае будет масса. На что опираться, совершенно непонятно. Голова взорвется. Поэтому лучше искать все-таки на английском, потому что на английском понятно, что в первой выдаче тоже бывает бред. Но в целом, если вы пройдетесь по первой десятке, вы увидите более-менее одинаковую информацию, ну, там, с какими-то нюансами, но в целом направление будет одним. Поэтому лучше все-таки искать на английском, тем более, что сейчас очень хорошие стали онлайн-переводчики. И я сама, как вы понимаете, мой язык родной русский, я даже не билингва. И для меня было сначала очень сложно перебарывать себя, чтобы искать читать на английском. Это действительно сложно, там есть эти термины. Но необходимость заставила перевести это в привычку. Я уже даже не помню, читала я эту информацию на русском или на английском. Я, конечно же, не знаю всех слов. И, конечно же, когда я читаю, я пользуюсь расширениями для браузера, которые прямо на странице мне переводят слово. То есть мне не нужно идти в другую вкладку. Это, конечно же, тоже может помешать пользоваться радостями английского языка.
принципе, вот после этого слайда можно расходиться. Я очень хочу, чтобы вот вы можете как бы все забыть, что я сказала, но вот есть три сайта, с которых я всегда, как пациент, начинаю поиск. Это мы выложим куда-нибудь презентацию потом? Или... Да, хорошо. Ну или да, это там, я думаю, эта трансляция будет записана, и можно будет потом посмотреть эти сайты. Я думаю, что если бы все люди добровольно и осознанно пользовались этими сайтами, когда у них что-то заболело, то мир реально стал бы лучше, люди стали бы счастливее. Это мое такое убеждение. Нам в Намачиманту писали разные письма, там писала женщина, очень хорошо ее запомнила, у нее были прыщи, акне, угревая сыпь. И она говорит, что она уже долгие годы пытается вылечиться, она пробовала там озонотерапию, она пробовала какие-то таблетки, она пробовала еще какие-то удивительные вещи. И вот она дошла до уколов тестостерона, по-моему, ей хотели колоть. И я понимаю просто, во-первых, конечно, психологическое состояние там было уже очень плохое, очевидно, ну, судя по письму. И более того, эти методы, которые она перечислила, они, к сожалению, и не могли привести к какому-то хорошему результату. И вообще лечение акне, оно достаточно простое и известное. И там есть там, шаги, да, при легкой форме там, мы там, назначаем, не знаю, какие-то мази или что-то в таком духе, в легком. Там, при более сложном случае, если мази не помогли, там, могут назначить таблетки. Не знаю. Вот такие вещи, они абсолютно определенные шаги, любой грамотный дерматолог это знает, никаких уколов тестостерона, господи, ни, вот этого всего ничего нет. Если бы она просто при первом прыще пошла на один из этих сайтов, она бы увидела, что на Medline Plus, например, ну, Medline Plus – это американский государственный сайт для пациентов, там все очень просто. Вот чтобы вы врачей не беспокоили, вот сами прочитали, до появления каких-то серьезных признаков, таких красных флажков, сидите дома, лечитесь сами, ну, правда, чтобы не нагружать систему здравоохранения. И, ну и вообще, чтобы не ходить по больницам, не зарабатывать там инфекции, корь там всякую, РВИ. И там, на Medline Plus не только есть своя медицинская энциклопедия, но это как агрегатор. Если вы гуглили на английском, вы знаете, что в первой выдаче обычно там за Mayo Clinic, это хорошая клиника с хорошей базой. Там центры по контролю и профилактике заболеваний. Всякие пациентские общества, всякие врачебные общества, которые тоже пишут для пациентов. На все эти источники есть ссылки в Medline Plus, если вы поищете. Второй сайт – это сайт Британской национальной службы здравоохранения. Там тоже, это тоже примерно то же самое. Там очень много информации еще про образ жизни, так скажем. То есть, не знаю, сколько там... как заниматься физкультурой, как, что есть, вот такие вещи. То есть не про патологии. Есть еще сайт, он вообще для врачей, up2date.com, очень дорогая подписка, но они сделали бесплатную версию для пациентов, такую, ну, просто выжимка из врачебных статей, и там тоже много полезной информации. В принципе, если вы пройдетесь по всем трем сайтам, вы получите какую-то общую картину, просто где-то могут про что-то не сказать, а где-то скажут, да, в более подробном виде. И сразу я хотела сказать про то, чем пользоваться не стоит. Есть такая штука, очень часто слышу эту претензию. А что вы наехали на остеопатию или там хиропрактику, она одобрена Минздравом. Наш Минздрав, в принципе, одобряет все, что угодно. Как и Роспотребнадзор, как многие другие организации, то, что одобрено, это значит примерно, что... Ну да, этим не то чтобы безвредно, этим пользоваться не то чтобы дико опасно. То есть там доза мышьяка будет не летальная, ну вот в каком-то таком виде. Но если летальная, мы изымем из рынка. В общем-то приказы, законы, стандарты ничего не значат. Клинические рекомендации вот есть на сайте Минздрава, да, CR, там есть другие какие-то базы, но в общем он знаменит клиническими именно рекомендациями, этот подсайт. Они, это клинические рекомендации врачебных обществ российских. К сожалению, не все врачебные общества в России на таком достойном уровне существуют. Более того, например, наш прекрасный союз педиатров. Он выпускает, ну, просто международного уровня рекомендации по лечению ОРВИ, там все как надо. Там не лечите, нет противовирусных, нет эффективных иммуномодуляторов. Там вот все как надо расписано. Но у них же есть рекомендации, кажется, по лечению энцефалопатии. Ну, просто ужасные. То есть так вот лечили, не знаю, лет 50 или 70 в странах, где сейчас присутствует доказательная медицина, 50-70 лет назад. Так как, просто я не знаю, как это происходит, но, в общем, учтите, что
чтобы понимать, что эта рекомендация грамотная, нужно и без того же, в принципе, понимать, как на самом деле надо лечить. То есть зачем вам тогда нужны эти рекомендации? Википедия. Знаю, что... Кто любит Википедию? Кто пользуется Википедией? Англоязычные говорят хорошие. Русскоязычная. Я понимаю, что люди, которые делают, они стараются и они пытаются действительно сделать мир лучше. Но, возможно, медицина не та область, в которой стоит пользоваться Википедией. Единственный человек, которого я уволила в жизни за профнепригодность, это был один из ключевых редакторов Википедии по медицинской части. И после этого я еще больше стала ей не доверять. Я раньше пользовалась, пытаясь как-то... потому что очень сложно иногда бывает находить нужную информацию, а в Википедии она есть. Я смотрю, вау, классно, давайте я воспользуюсь. И смотрю на источник, и там такой источник, что ни один приличный человек им не воспользуется. В общем, не стоит. WebMD, если вы искали на английском, возможно, вы видели в первой выдаче WebMD, он популярный сайт, и, в принципе, конечно, гораздо лучше всего перечисленного. Но хуже первых трех сайтов на прошлом слайде. Там есть, не очень, не всегда достоверная и хорошо проверенная информация. Ограничимся этим. Такздоров.ру – сайт, которым делает Минздрав на наши с вами деньги. Удивительный сайт по своей непригодности к использованию, скажем так. В общем, там раньше он был еще хуже. Там было, там рассказывали про то, что если вот вы курите, во-первых, прекращайте, конечно, курить, слава богу, сказали. Во-вторых, чтобы вывести токсины из организма, идите в баню и потейте. Я могу после лекции, если спросите, я скажу, почему это неэффективный способ избавляться от токсинов. Там много всего было разного, типа витамин С улучшает иммунитет и так далее. Это все неправда. Сейчас он стал несколько лучше. Но там по-прежнему много удивительных вещей, и в частности, они сейчас, у них там основная информация про то, что там такие плакаты для скачивания, такие пропагандистские, скажем так, и там очень безграмотно написано, в частности, про секс-просвет. И, это не то, чем стоит пользоваться тоже, хотя это сайт Минздрава, и, казалось бы, да, британский государственный сайт и американский государственный сайт классный, а у нас, к сожалению, не так. Я не знаю, как на это повлиять, я уже пыталась это делать, но, увы. Сайты, которыми, в принципе, можно пользоваться. Вы не нашли на первых трех сайтах ничего. Идите в Google, там вы увидите... Сайты, это государственные американские сайты, там не должно быть ереси. Орг – это, например, сайты пациентских организаций или каких-то врачебных организаций, такие некоммерческие. ЭДУ – это университеты, там еще хуже все обычно бывает. Четвертый сайт – это сайт Всемирной организации здравоохранения. И проблема в том, что чтобы сделать рекомендации какие-то, им нужно очень много лет, чтобы как-то внести какие-то изменения на основе появившихся исследований, им тоже нужно очень много времени. Более того, они ориентируются скорее на развивающиеся страны. В России гораздо больше ресурсов, соответственно, нам могут пригодиться другие рекомендации. Но в целом, например, на сайте Всемирной организации здравоохранения можно найти информацию о воздухе, о частоте воздуха, и какие там предельно допустимые концентрации есть, и где ситуация плохая, где хорошая, и как это повлияет на здоровье и так далее. Последний сайт – это сайт Международного агентства по изучению рака. Так, кажется, он переводится. Там они пишут такие монографии, скажем, про канцерогены. И они там причисляют по имеющимся данным канцерогены, там, точно канцероген, там, возможный канцероген, и объясняют, что это, что это значит. Но проблема в том, что они могут сказать… мы считаем, что вот это вещество канцероген. Но вопрос в том, сколько нужно этого вещества и каким путем оно должно попасть в организм. Например, там нужно для того, чтобы это вещество повлияло на, повысило ваш риск развития лейкоза, в полтора раза, нужно быть фермером, регулярно использовать там каждый день этот какой-нибудь пестицид и вдыхать его. Да, через кожу, если вы контакт через кожу, это не повлияет на вас. Бывает так. То есть, если вас интересует эта информация, идите туда. На английском, опять же, извините. Есть еще такая российская специфика. Вы не найдете на тех сайтах, о которых я говорила, информацию о, например, вегетососудистой дистонии, о
там гастрите, например, очень мало, гораздо меньше, чем у нас диагностируют. То есть там это как-то, ну гастрит, да, бывает, но бывает редко. Больше там, например, про функциональную диспепсию. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые вы просто там не найдете. И есть препараты, которые просто не зарегистрированы за рубежом, я имею в виду страны, где царствует, прости господи, доказательная медицина. И это может сбить с толку. То есть вы не понимаете, вы просто неправильно ищете, неправильное слово выбрали, да, или это действительно не метод доказательной медицины. И очень часто российские врачи, они вот именно из желания рассказать про нашу специфику, про то, что у нас там лечат не то, что нужно, то есть нас лечат варианты нормы, или у нас лечат заболевания не так, как нужно, потому что называют это как-то иначе. Об этом пишут вот на этих сайтах. Я здесь забыла упомянуть аллерголога еще Ольгу Жоголеву. На самом деле, конечно, этих людей очень много, то есть, которые классно пишут. Но если вы подписываетесь на их всех, Ольга Жоголева, она, например, аллергодок в Инстаграме, по-моему. Вы потом понимаете, ну, они все друг друга рекомендуют. Одна тусовка, потому что быть одному доказательному врачу где-нибудь в Йошкар-Оле очень тяжело. Ты хочешь общаться с людьми, которые твои единомышленники. И поэтому они все более-менее друг друга знают и рекомендуют друг друга. И еще я бы рекомендовала, я просто очень много читаю именно по медицине и составила список книг, там 180, что ли, книг, которые, ну, правда, не грех рекомендовать. И они у меня все скачаны, почти все скачаны в Kindle. И если мне что-то нужно, там есть какое-то сомнение по поводу диагноза или препарата, я просто ищу по электронным книгам, и обязательно кто-нибудь из врачей это сказал. Про это написал. Ну, или по Фейсбуку ищу, потому что на очень многих каких-то врачей подписано. Но по Инстаграму сказать невозможно, я вообще не понимаю, почему он популярен в медицинской области. Магия. Так, сейчас, да, я хотела рассказать про лекарства, потому что с этим возникает очень много вопросов и проблем. Ну, у нас, как известно, можно купить почти любой препарат. Сейчас вот стали пожестче с антибиотиками, пожестче с антидепрессантами. Но, в общем, в целом, даже рецептурные препараты у нас обычно легко купить. При этом базовая грамотность в отношении лекарств, она, к сожалению, оставляет желать лучшего. И для начала вот самая база. Есть действующее вещество, да, международное непатентованное название. В частности, ибупрофен. Я взяла просто потому, что там это то, что есть у меня всегда в аптечке. И он реально популярен. Это обезболивающий препарат, также его можно использовать как жаропонижающий. И это молекула, которая что-то делает. И есть у этой молекулы много разных коммерческих названий. То есть вот этот препарат, ибупрофен, выпускают под разными названиями разные компании. Это может быть даже просто ибупрофен. Это может быть там нурофен, миг, фаспик. Еще, по-моему, 77 названий я находила. И когда вам говорит фармацевт, а вот это то же самое, только дешевле, скорее всего, он имеет в виду, что это он вам рекомендует препарат с тем же действующим веществом, да, но другой фирмы. И бывает, кстати, иначе. Иногда мне предлагали что-то совершенно другое, там, меняя фактически назначение врача, что, конечно, не очень хорошо. И тут как бы стоит поговорить про дженерики. Кто знает, что такое дженерики? Ну, классно прям. Смотрите, да, для всех остальных я расскажу. Вот есть, например, какая-то молекула, которую вот фармкомпания сейчас изобрела. И она поняла, что молекула действенная, все с ней будет хорошо. И запатентовали. И начали продавать за бешеные деньги. Через какое-то время патент истекает, и эту же молекулу могут продавать там, в виде в каком угодно, таблеток, не знаю, сиропа, чего угодно еще, другие компании. Это называется дженерики. И дженерики – это не так плохо. Вот часто говорят, вот оригинальный препарат – это Mercedes, а все остальное – это Жигули. Ну, на самом деле нет, потому что бывает так, что дженерики по качеству ничем не уступают оригинальным препаратам. Очень много зависит от действующего вещества. Очень много от вспомогательного вещества. То есть как, что вокруг действующего. И это что вокруг, оно влияет на всасывание, оно влияет вообще на эффект препарата. И есть еще контроль качества, да, то есть это все где производилось? Производилось в каком-то цехе, где там плесень перепутали, препараты, не знаю, и бухнули там
10% того, что должны были букнуть. Ну, это тоже важно, да, именно контроль качества. И это все дорого. Очень странно, когда препарат стоит 1,30 рублей, а другой 1000 рублей. Дороже, конечно, не значит лучше. Бывают плохие, дорогие дженерики. Но, в общем-то, учтите, что за 30 рублей, скорее всего, это сделано где-то в не очень хорошем месте. Как с этим бороться и что выбирать, я не знаю. То есть у меня есть какие-то рекомендации, но я не готова их озвучивать публично, потому что очень в них не уверена. И, в общем-то, наверное, рекомендация будет такая очень утопичная. Найдите хорошего врача и посоветуйтесь с ним. Так, вот вы, например, купили какой-то препарат или вам назначили какой-то препарат. Это вполне может быть БАД, то есть биологически активная добавка к пище. И вам врач не скажет, что это БАД, да, потому что ну, он привык этим лечить. А при этом биологически активная добавка к пище регулируется Роспотребнадзором. Это пища, это еда, это не лекарство. БАДы не предназначены для того, чтобы лечить. Есть некоторые исключения. Например, в России нет лекарств в таких оральных каких-то формах, чтобы в рот класть витамин В12. То есть если вам нужен витамин В12, это будут всегда уколы. И иногда уколы это очень неудобно и нехорошо, и врач может сказать, ну, принимайте БАД витамин В12. Так бывает, что человек, например, знает, что гомеопатия не имеет доказанной эффективности, но там долгие годы принимает препарат гомеопатический, просто потому, что он не знает, что это гомеопатический препарат. Они иногда маскируются, скажем так. Как понять, что вы собираетесь купить БАД, или купили БАД, не дай бог, или гомеопатический препарат? Есть государственный реестр лекарственных средств. Все, что зарегистрировано в России, есть там. То есть, например, нередко сталкиваюсь с какими-то запросами там, где-нибудь на каких-то форумах. А подскажите, а где купить какой-то препарат, нигде не могу найти. А ты его не можешь найти просто потому, что он не зарегистрирован в России. Регистрация значит, что он может свободно продаваться в аптеках, либо, если это госпитальный препарат, он там доставляется в больницу, но, скорее всего, вам не понадобится госпитальный препарат, ну, в смысле, вы не будете его искать в аптеках. Есть некоторые пути получить незарегистрированные препараты. Единственный, можно так сказать, доступный, легальный способ это поехать за границу либо с рецептом на английском языке, который выписали здесь, что не каждый врач делает, либо получить там рецепт, да, и купить препарат и ввести его для личного пользования. Для бабушки нельзя, для соседа нельзя, для друга нельзя, если это рецептурный препарат. Да, также это может быть безрецептурный препарат или БАД, который содержит запрещенные в России вещества, но это уже сейчас мы уйдем очень глубоко и далеко. Есть другие способы ввести незарегистрированные препараты, но это связано с тремя комиссиями там, Минздрава, федеральной клиники и так далее. Про это я тоже рассказывать не буду. Это доступно, описано в законах, и, кстати, на Медузе мы тоже писали. В общем, здесь можно искать по МНН, действующему веществу, и по торговому наименованию, то есть там тот же Нурофен, Фаспик, не знаю, Мик, что угодно еще. Да, и, кстати, вот здесь вот, где состояние, они стали, там теперь можно выбрать действующую лицензию и закончившуюся. Например, препарат мог уже потерять возможность продаваться на территории России. Кстати, нередко бывает так, что препарат зарегистрирован, но вы его нигде не можете найти. Это связано с тем, может быть связано с тем, что, к сожалению, есть некоторые перебои в поставках. Там на это есть миллиард причин. Вы, в принципе, можете позвонить в фармкомпанию, не стесняйтесь этого делать, у них есть общедоступные телефоны, и спросить, когда будет. И вам, скорее всего, скажут, что а мы прекратили поставки навсегда, или мы там, планируем к концу года. Ну, в общем, особенно, кстати, касается прививок, к сожалению. Магия. Да, про гомеопатию я хотела сказать отдельно. Почему гомеопатический препарат так сложно поймать? Да, бывает написано прям гомеопатический препарат. Вы все понимаете. Бывает нет. Бывает где-то затеряно это все. Вы заходите на инструкцию. Это все скопировано с сайта вот, госреестра. Вы видите, да, здесь типа латинские какие-то названия умные, там 20 граммов, 10 граммов, много. На самом деле, вот видите, D4, D1, там бывает C, сколько-то там. Это все
степени разведения. То есть там никаких 20 граммов нет, это разведено. Бывает так, что в гомеопатических препаратах есть действующие вещества, но их так мало, и это все вообще на самом деле не очень-то изучено, что в целом полагаться на это не стоит. То есть вот эти вот штуки, это такие маркеры того, что это гомеопатия. Есть препараты, которые такие, я не такая, мы не гомеопатия. Они, значит, ну, в целом они действительно не гомеопатия. Они не придерживаются некоторых классических принципов. Но они разводят именно до гомеопатической степени. И вот здесь вы можете видеть, да, 0,003 грамма сносочка, а в сносочке 10 в минус 15 степени на грамм на грамм. То есть, ну, это тоже такое разведение. И это уже, конечно, да, вот это вот точно может поймать только в инструкции, это не будет никак указано на упаковке. И да, еще, вот, чтобы понять точно, есть ли сейчас препарат в России или нет, продается он или нет, зайдите на аптека.моз или поисклекарств.ру и поищите, есть ли в Москве, потому что в Москве обычно бывает много аптек, да, и поэтому там, если есть препарат, он там продается. Если вы найдете там типа 4 аптеки, он продается в 4 аптеках, значит его нет, потому что это какой-то сбой системы, и это не очень точные базы. Если там десятки и сотни аптек, он в принципе есть в России, ищите где-нибудь. Также еще можно посмотреть инструкции англоязычные на DailyMed, FDA Label, то есть как американское управление одобрило этот препарат. Зачем нужно смотреть англоязычные инструкции? Например, в российских вакцинах, ну, в смысле зарубежных вакцинах, зарегистрированных в России, Priorix и MMR2, указано, что после этих вакцин, это корикрасный хепаратит, после этих вакцин нельзя беременеть 3 месяца. Я даже не берусь как бы предполагать, почему они так написали. В американских, в австралийских, канадских инструкциях написано месяц. И как бы чем отличаются американские женщины от российских, мне сложно представить. Но, в общем, это так. То есть, если вы забеременели там, в течение 2 месяцев после прививки, не думайте, что все, конец, надо делать аборт, я не знаю, что такое. Просто посмотрите зарубежную инструкцию, или там у вас какая-то побочка возникает. А вдруг вам нужно на самом деле до приема препарата выпить стакан воды, и это будет указано в инструкции, но не в российской почему-то. Я не знаю, почему есть такие странности перевода, но, в общем, вот. Есть еще два, ну, это сайт, ну, приложение. В общем, я это скачала как приложение. И буквально даже вот сегодня ночью мне это пригодилось. В этих приложениях можно посмотреть, совместим ли лекарства друг с другом и совместимы ли они, например, с продуктами. Ну, классический пример, да, там, не знаю, вам назначили препарат, на следующий вечер вы пошли с друзьями выпить, и вы не понимаете, а можно ли вам с этим препаратом пить. И вы смотрите и понимаете, что, ну, вы, может, будете чуть более сонливым. Или нет, ни в коем случае это может закончиться просто скорой. Понятно, что никто не гарантирует, 100% все будет плохо или 100% все будет хорошо. Но говорит о каких-то вероятностях. Что мне сделать, чтобы она переключилась? Да, смотрите, есть еще, например, если вы тяжело заболели, ваш родной человек тяжело заболел, обычно знания на уровне врачей, ну, конечно, вы никогда не будете знать на уровне врачей, если сами не врач, но если вам нужно очень глубоко погрузиться в тему и понять все протоколы лечения, вот как надо, правильно ли вас лечат, потому что принимать решения вместе с врачом о своем здоровье можно, когда вы хорошо информированы. К сожалению, не все врачи достаточно с хорошо подвешенным языком, скажем так, с навыками общения, чтобы вам рассказать о плюсах и минусах разных способов лечения. И если вам понадобилось самому изучить или самой изучить очень сложную информацию, идите на UpToDate. Подписка дорогая, но если вам нужно долго, вы можете оформить на студента или ординатора, там будет достаточно хорошая скидка. Также можно купить, по-моему, до сих пор можно купить пациентский доступ, там типа на месяц, что ли, тоже не должно быть дико дорого. Еще, выключите камеры, можно через VPN зайти через норвежский IP и норвежская какая-то библиотека, и вам будет бесплатный доступ. Вот. Есть еще бесплатный Medscape, он может быть более косноязычен, в нем чаще встречается устаревшая информация, но он бесплатен, и там, в принципе, такая же информация, как на UpToDate. И там, на самом деле, на Medscape есть новости, есть научные статьи, но вам нужно раздел Diseases and Conditions, и, в принципе, по этой ссылке вы его найдете, в котором вот такие, это просто статьи,
который написала группа врачей под руководством группы редакторов на основании имеющихся научных исследований. Это просто понятным языком изложенная история. То есть вот, ребята, мы раньше думали, что нужно лечить так-то, а сейчас поняли, что нужно лечить так-то. А еще есть вот такие варианты. А еще вот исследовали это, но пока непонятно, что с ним. Вот такого уровня. Есть еще гайдлайны, руководство — это рекомендации врачебных сообществ, как правильно лечить. Они тоже бывают разные по качеству. Но можно, в принципе, приглядеться там. Конечно, лучше искать свежий, посмотреть, сравнить. Это, в принципе, пишется в Гугле, в аптедейте тоже бывают разделы, типа, вот какие есть гайды по теме. Но если у вас нет подписки на аптедейт, вы, соответственно, не получаете доступ к списку этих гайдлайнов. Есть еще Cochrane, есть PubMed. Cochrane — такая группа ученых независимых, которые делают систематические обзоры. То есть они смотрят на уже проведенные исследования и делают какой-то вывод. Например, мы считаем, что есть хорошие доказательства для того, чтобы использовать этот там препарат у недоношенных, для того, чтобы у них раскрылись легкие. И PubMed. Кто знает, что такое PubMed? Кто начинает с него свой поиск симптомов? Смотрите, с PubMed есть большая проблема. Если вы забиваете, например, мигрень лечение, 21 тысяча исследований, когда вы разберетесь с этим, у вас, в принципе, уже будет стоять вопрос о пенсии, не знаю, и каких-то тяжелых заболеваниях, а не мигрени. Поэтому, как по мне, ну, там можно, конечно, отбирать через фильтр, который слева, и не все замечают, хорошего качества исследования, но это тоже... Нужно их читать очень долго, разбираться в статистике, бла-бла-бла. Нужно очень иметь хороший навык работы с исследованиями, чтобы это все вы не узнали про лечение там, через месяц. Поэтому, наверное, на PubMed нужно идти, когда у вас есть какая-то очень узкая проблема, про которую, скорее всего, не писали на тех сайтах, о которых я говорила. Да, почему, собственно, не стоит бежать сразу смотреть исследования? Исследования, вот, очень красивые картины часто рисуют в научно-популярных всяких книгах. Ученые взяли группу из 20 человек, разделили на две части. Одним давали препарат, другим не давали препарат. И вот этим вот после исследования выяснили, что у них перестало болеть, а у этих не перестало болеть. И вот мы доказали. И это все, конечно, красиво. И как бы так, наверное, и в идеальном мире это бы все и показывало эффективность. Но, к сожалению, все гораздо сложнее. И основная масса исследований, она, конечно, делается, скажем так, для своих. То есть не для окончательного вывода, что вот мы сделали, провели какое-то исследование, а теперь с этим знанием пошли в массы, чтобы менялись рекомендации и так далее. Очень много исследований из таких, которые... мы что-то там нащупали, вроде бы есть какой-то эффект, давайте исследовать дальше. То есть это абсолютно для своих. Также еще СМИ любят рассказывать про всякие выступления на конференциях и подавать это тоже как какие-то научные открытия и прорывы. Но по факту выступление на конференции, оно... Все может поменяться, когда это выступление выльется, перерастет в какую-то научную статью, которая пройдет через рецензентов, которая опубликуется в рецензируемом научном журнале, когда коллеги этих ученых заметят ошибки, когда проведут еще какие-то исследования, которые подтверждают или опровергают. Это все очень длинный, медленный, черепаший путь. Поэтому полагаться на какое-то одно единственное исследование можно только в очень редких случаях, к сожалению. И тем более уж не на выступление на конференции. Да, проблема в том, что есть еще, ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности о проблемах науки, но есть большие проблемы с достоверностью, с качеством результатов, которые предоставляют ученые. Там бывают и намеренный какой-то подлог, и просто ошибки мышления, и, ну, ой, там, эта крыса сегодня показала плохие результаты, наверное, у нее было плохое настроение, давайте мы просто не учитывать это будем. Ну, вот такого уровня, и поэтому, наверное, все-таки, ну, я вас пытаюсь как бы этим самым убедить не пользоваться исследованиями как отправной точкой. Да, смотрите, еще я хотела сразу предупредить про СМИ.
СМИ очень любят рассказывать про исследования на животных как что-то такое, что сразу можно переносить на людей. Но нет, конечно, мы не крысы, мы не мыши, мы даже не гиббоны. Нельзя. Бывает такое, что на крысах все классно, они выздоравливают, все очень хорошо. Это выходит все в клинические исследования на здоровых добровольцах, и добровольцы умирают от токсичного препарата. То есть у крыс все было нормально, а у людей нет. Или, ну, в общем, животные – это совершенно не то, что нужно транслировать на свою жизнь. Бывает очень часто в исследованиях показывают, что есть какие-то корреляции, но вот это за причинно-следственную связь. Опять же, журналисты. То есть... Петр Талантов, чью книгу тоже могу рекомендовать, конечно, 005, он приводит такой пример. Есть такая корреляция. Все люди, которые покупают зажигалки, чаще умирают от рака легкого. Зажигалки приводят к раку легкого. Это корреляция. Причинно-следственная связь, понятно всем, здесь несколько иная. Еще вот важно... обращать внимание на то, какая выборка. И все наверняка слышали, там мне помогло. Это выборка один человек. Хорошо, когда выборка есть, там, не знаю, 1000 людей или несколько сотен людей, на них исследовали что-то. Потому что если у вас 20 людей, вероятность совершенно случайного результата, она достаточно велика. Или еще любят вот про ожирение, например. А давайте посмотрим, кто похудел на нашей супер-кето-диете в течение месяца. Конечно, все похудели, потому что это ограничение в питании. Любое ограничение в питании приводит к похудению. Но давайте посмотрим на них через год или через два. У всех этих людей не просто они набрали вес, они еще больше набрали вес. Поэтому нужно смотреть это все в долгую, конечно же. Да, но еще бывают конфликты интересов. Очень смешная статья в The Guardian про Dyson и производителей бумажных полотенец для туалетов. Они все с друг другом ругаются, у них очень много искупленных ученых, и это тоже влияет, конечно, на результат исследований. Ну и, конечно, нужно смотреть в контексте, то есть какие были исследования, подтверждают они это новое исследование или они противоречат ему. И еще также очень важный момент – мягкие конечные точки. Кто знает, что такое мягкие конечные точки? Я рада, что скажу вам хоть что-то новое. Смотрите, например, тоже ожирение. Я видела российские такие чудесные исследования про, по-моему, это было грязелечение. И пытались понять, худеют ли люди от грязелечения. И смотрели не то, как они худеют, а уровень гормона лептина, который там регулирует аппетит. И это вот была мягкая точка. То есть какая разница, какой уровень гормона, похудел человек или нет. Да, там может быть некоторая есть зависимость, но есть у нас немало примеров в истории, когда, например, там было большое исследование людям с определенным видом аритмии, делали ритм классным, все у них хорошо, ритм просто прекрасный. А они что, почему-то умирали быстрее. И это тоже очень важно. То есть нужно смотреть на результат. Там заболел человек, умер человек. И не надо обращать внимание на мягкие конечные точки. В редких случаях только можно. Да, но если вы уж решили идти смотреть исследования. Они очень часто типа там 39 евро. У кого есть 39 евро за каждое исследование? Ни у кого. Поэтому... все в мире, не только в России, открывают через Sci-Hub. Он заблокирован на территории России, но есть, конечно же, Telegram-бот, который тоже заблокирован в России, но я думаю, вы все с этим справляетесь. Есть еще полные тексты этих статей, часто бывает на Scholar, Google Scholar. И чтобы вот въехать вообще в... то, как проводятся исследования, какие есть хорошие, какие нет. То есть, в принципе, повторение того, что я говорила, в гораздо более внятной и доступной форме, есть на вот там третьем сайте. А вот четвертый сайт – это вам в помощь, если вы такой большой-большой занудой и хотите вот все досконально узнать про это исследование и понять наверняка, хорошее оно или нет, вы идете туда, и вам задают вопросы по полному тексту статьи. То есть, а эта статья, кто ее финансировал, а что там заявлялось в качестве гипотезы и так далее. Вам задают какие-то вопросы, потом говорят, ну, если на крысах, ну, наверное, все-таки не стоит доверять. А если оно финансировалось там компанией, которая заинтересована в продаже шоколада, а там получился результат, что шоколад классный, тоже, наверное, не стоит доверять. И там есть, конечно, более сложные вопросы. И, в общем-то, это очень полезный сайт для того, чтобы понимать, насколько качественное исследование. Есть еще книга Триши Гринхольха, она переиздавалась не раз в России. Я купила ее
букинистическую, я не знаю, продается ли она в обычных книжных, но она стоит того, чтобы ее поискать и почитать. Там очень хорошо рассказано про вообще устройство науки, исследований и, в частности, доказательной медицины. Можно слайд поменять? Спасибо. Также, если у вас есть какое-то тяжелое заболевание, и вам, например, сказали, что все методы исчерпаны, вы можете рассмотреть вариант клинического исследования. Или, например, у вас есть ринит, не знаю, как аллергический ринит, который вам уже надоел, и вам хочется принести пользу науке, вы хотите поучаствовать в клиническом исследовании или там получить раньше всех какую-нибудь прививку, которой еще нет в России. Вы можете зайти на любой из этих сайтов, какой-то из них удобнее, какой-то из них неудобнее. Росонкоуэб, он, конечно, только про онкологические заболевания. И поискать там клинические исследования, которые проводятся на территории России. И, в общем-то, хороший путь. Немногие, к сожалению, об этом знают. Следующий. Еще, вот, собственно, для чего я рассказывала, как искать информацию. Не только для того, чтобы вы лечили себя сами. Потому что, конечно же, есть ситуации, когда нужно идти к врачу, а иногда просто бежать. И вы приходите к врачу. И там тоже, в принципе, можно все сделать плохо. Я бы хотела рассказать, я просто очень много общалась с врачами на эту тему, и понимаю, как вот врачи, которые придерживаются принципов доказательной медицины, хотели бы, чтобы с ними общались. Очень приятно, говорят, общаться с продвинутым пациентом. То есть, когда вы действительно не задаете вопрос, а что такое триптаны, а когда вы уже примерно понимаете, что такое триптаны, или когда вы не пугаетесь от того, что вам назначают противоэпилептический препарат при мигрении, а понимаете, что это нормально, что человек не считает, что у вас там внезапная эпилепсия, он что-то попутал. Очень важно говорить всю правду. Например, вы приходите к врачу и говорите, у меня болит сердце. Он говорит, а что вы делали до того, как у вас начало болеть сердце? Ничего. А на самом деле вы нюхали кокаин. И это очень может сильно повлиять на диагностический поиск. И это пример из жизни, извините. И это очень плохо закончилось. Поэтому, пожалуйста, говорите честно. Врач не Facebook. Он вас не осудит. Я говорю про хорошего врача. И нужно говорить все как есть. Не стесняйтесь обидеть. Не стесняйтесь говорить, что я получал второе мнение, и второй врач мне сказал, что на самом деле нужно лечиться так-то. Объясните мне, пожалуйста, вашу позицию, почему вы не делаете так, как говорит другой врач. Это нормально, на такое не должны обижаться. Еще тоже очень важно, потому что, скорее всего, если вам интересно ваше лечение, вы будете искать информацию после приема, насколько это грамотно было назначение сделано. И вам очень важно понимать вот всю логику врача, то есть как он мыслил, потому что вы можете не понять и подумать, что врач плохой, да, я вот не нашел там нужной информации, где я искал, и врач просто какой-то странный, назначил мне что-то странное. На самом деле он там заметил у вас что-то, что просто не озвучил. И нужно там допытываться, да, а что это за препарат, а почему вы мне его назначаете, там, не знаю, я в прошлый раз принимала там другой препарат, он мне помог, почему не он? И иногда выясняется, что врач назначает, например, какую-то пустышку, просто потому что на самом деле вам никакое лечение не показано, а он боится, что вы расстроитесь или там разозлитесь, что вам ничего не назначили, отпустили с миром. И бывает особенно, то, что я говорю, это, конечно, не про врачей, которых 12 минут на прием, но в поликлинике это все провернуть, конечно, очень сложно. И скорее я говорю о комфортной ситуации, когда у вас есть достаточно времени поговорить с врачом. Врач в поликлинике, например, может написать, что у вас вегетососудистая дистония просто потому, что вы здоровы, а за ВСД заплатят дополнительные деньги. Страховая компания. Или потому, что он подумал, что у него нет времени вас переубеждать. И просто написал известный ему диагноз, про который вы уже знаете, что у вас якобы там есть вегетососудистая дистония. И еще очень важно также говорить про свои ограничения и предпочтения. Да? Ограничения я имею в виду в первую очередь финансовые. Вам говорят, вот этот препарат, он будет стоить вам,
окей, вы более-менее знаете, что он стоит 1000 рублей упаковка, и вам нужно тратить 4000 рублей в месяц, а у вас пенсия 8000 рублей, да, вы, понятно, вы не будете покупать этот препарат, и никакому врачу не интересно, чтобы его назначение не выполняли, поэтому вы говорите, ну, вот такая ситуация, давайте придумаем что-нибудь вместе. Может быть, этот препарат доступен по льготам, врач там, скорее всего, об этом знает. Или есть какие-то дешевые дженерики. Есть разные варианты. Или, может быть, есть какой-то там другой вариант, более дешевый, не дженерик, а просто альтернативная терапия. И да, и также важно говорить, что вы вообще ждете от приема. Потому что вдруг вы ждете полного избавления от боли, а это невозможно. И нужно тоже проговорить с врачом и задавать вопросы. В общем, не стесняйтесь задавать вопросы. Да, и... О, даже я укладываюсь. И вторая часть, она про то, как, в принципе, поддерживать какую-то базовую грамотность и вообще пореже встречаться с врачами. Ну, к сожалению, нет вот этой вот волшебной таблетки, там, типа, пейте мультивитамины, и все у вас будет хорошо. Нет, не надо пить мультивитамины без назначения врача. И ЗОЖ, там, физическая активность, не курить, нормально спать, есть фрукты и овощи цельнозерновые, вот это вот все. Вот спать надо с выключенным светом, без макияжа. В общем, здесь все, к сожалению, неправильно. То есть, если вам кто-то обещает, что... Если вы будете сидеть на нашей супердиете, и вы станете здоровее, прекраснее и умрете в 120 лет, ну, подумайте еще, насколько эти обещания правдивы. Тоже касается всяких таблеток. И мне кажется, очень важно подписаться на какие-то хорошие СМИ и читать их периодически, на какие-то блоги, о которых я уже говорила. Но я вот читаю вот это вот все. Понятно, что там... Ну, не всегда есть качественная информация, но, в общем, там есть какие-то ссылки на источники, там есть какие-то хорошие эксперты, там сами авторы достаточно грамотные бывают врачи. И так вы, к сожалению, здесь ну, есть какие-то зарождающиеся российские активности в этом плане, но, к сожалению, их мало. И читая это все, вам будет проще вникать в тему, когда у вас действительно произошла какая-то беда, и вам нужна медицинская помощь. Вот, да, спасибо большое, что прослушали. Вопросы, да? Спасибо, Даша. У нас сейчас сессия вопросов и ответов. От нашего спонсора у нас есть небольшой подарочек. Вот, и у Даши есть миссия за самый интересный вопрос его подарить. Так что не стесняйтесь, поднимайте ручки, я буду подходить. Добрый день. Спасибо, Ясана. Много ресурсов вы показали. А есть такой ресурс, который проверил бы на законность этих лекарственных препаратов, чтобы после получения на почте меня там органы не встретили? Знаете про историю в Екатеринбурге, да? Ну, тем не менее. Смотрите, есть там список 1, список 2, список 3. Это все есть в законах. На консультанте я обычно ищу и смотрю. И там есть именно действующие вещества, конечно. Там некоммерческие названия. И... В случае с бупропионом, который, собственно, случился в Екатеринбурге, там ничто не предвещало, что называется, это вообще какой-то произвол. Но можно вот именно подстраховаться, посмотрев в этом списке. Первый список это вообще, ну, как бы, нет, никогда. Что-то там нужно по рецептам, по-моему. Ну, короче, консультант. Все. Да, это абсолютно, ну, проверяется в законах, это не там где-то какая-то тайная база. Вот. Еще? У меня не вопрос, скорее история жизни. Был опыт работы рерайтером по медицинской тематике. Нужно было заполнить сайт о глазных болезнях. Основное требование было сделать, как на Википедии, все четко, без воды. Но когда ты смотришь конкретные требования по конкретной статье, там написано раздел «Народная медицина», как можно это лечить народными средствами. И не было никаких требований по тому, чтобы указывать источники на статьи научные, на исследования хотя бы. Никаких таких требований. Ключевые слова, чтобы это выдавалось в запросах, и вот народные методы. Так что, да, камень в огород Рунета по поиску медицинской информации. Да, ну потому что вся, ну, это всякая эта химия, там врачи поназначают, а я лучше полечусь целебным огурцом. И, ну, и всех запросы именно такой. Я уверена, что по бобровой струе какой-нибудь, ну просто тысячи запросов, к сожалению. Еще вопросы у кого? А страна-производитель влияет на... выбор таблеток. Ну вот да, я прихожу в аптеку и говорю, дайте мне что-нибудь зарубежное. Ну просто Индия, Германия, Франция, Россия.
понимаете, это, то, что я сейчас сказала, это не, абсолютно не гарантия, что я там, не получу препарат, который не будет эффективен. Если я вам сейчас скажу, берите только французский препарат. На самом деле у него сырье они купили в Китае, производство в Индии, а головной офис сидит в Америке, да, а не головной сидит в России. Фиг поймешь. То есть есть в России хорошие компании. Я их тоже называю, ну, на кого я знаю, когда прихожу в аптеку. Есть компании, которые там реально производят какую-то цеху с крысами. Но это все узнается, как мне говорили, за рюмкой чая. Как бы, ну, это абсолютно неформальное. Ну, в общем, вот, ну, вот так. Какие-то крупные фирмы я в основном беру, потому что мелкие, ну, там, больше подозрений. Но это тоже не правило. Где искать список врачей, которые придерживаются доказательной медицины? Я понимаю, что у вас есть сайт, на котором есть московские врачи. Она в Челябинске. Ехать в Москву или лежать и тихо умирать? Смотрите, нет, MedSpecial, он не только же про Челябинск. Я говорил, как раз они объединились изначально на форуме Росмедсервер, куда приходили люди как раз вот из разных мест России и писали, вот меня лечат там каким-нибудь чагой, да, чем мне лечиться на самом деле. И там, да, были врачи из разных городов. Я не помню, что там был кто-то из Челябинска. И, да. Если... Ну, то есть есть какие-то для меня правила. Когда я прихожу к врачу, например, я не знаю, вот кого по этой специальности я могла бы кому-то рекомендовать. Я прихожу к этому... Нет, нет. Слушайте, к сожалению, это все не так просто. Например, был недавно, там, не знаю, пару лет назад, такой флешмоб, или как это называется, лидеры мнений в Фейсбуке. То есть все рекомендовали всех, там, кого можешь рекомендовать. И, а те, кого, собственно, рекомендовали, они рекомендуют следующих. Это все закончилось чуть ли не гомеопатией. Просто потому, что кардиолог вряд ли знает, как классно лечит гинеколог. Ну, классный чувак, там все вроде правильно говорит, язык подвешенный. То есть это не всегда такое четкое правило, я к ним направляю, потому что я точно знаю, что он хороший специалист. И поэтому такие, пытались даже приложения такие делать. По-моему, ну, это не очень эффективная стратегия. В такой ситуации моя мама живет в Майкопе, и, понятно, тоже я сталкиваюсь с этой проблемой. Майкоп, конечно же, там еще сильно меньше, чем Челябинск. Есть такое, наверное, правило очень трудоемкое. Ну, во-первых, искать, да, там, доказательная медицина, Челябинск. Понятно, что под доказательной медициной прикрываются там сейчас уже очень многие, там, я рефлексотерапевт, доказательная медицина. Как? Это противоречит друг другу. И там можно посмотреть какие-то блоги, что человек пишет, проверить, что он пишет. Или, например, вы же хорошо знаете там тему, не знаю, миопии. И что он пишет про миопию? Бред, не бред. Приходите на прием, спрашиваете, ну, более-менее адекватного врача, которого вроде нашли, спрашиваете у него вот это вот все, откуда вы это взяли, откуда... А там... И человек очень быстро проколется, знает он английский, там рекомендациями пользуется, не пользуется. И если вы его уже нашли... Это беда не только челябинская, но и московская. Что делать? Не знаю, что делать, честное слово. Не знаю. Сейчас развивается телемедицина. Ну, в каких-то случаях это может действительно спасти. Например, не сочтите за рекламу, там, но это правда важная информация. Есть... клиника амбулаторной онкологии, в которую я сама пойду, если вдруг что. И они практикуют такое. Они, насколько я понимаю, не назначают лечение, они не имеют права, но они дадут хорошую консультацию. Есть сервис там ask.nenaprasno.ru, они тоже по онкологическим заболеваниям рекомендуют врачей. В остальных случаях, ну вот да, вот методом такого тыка. То есть и спросить у него там, не знаю, если это лор, он, скорее всего, знает хорошего челюстно-лицевого хирурга. То есть, что он близко, он с ним работает. Вот, вот так только. Но, к сожалению, может быть так, что вообще в городе нет хороших врачей. Ну, это наша, к сожалению, реальность. Вот, вот. Система там условного Яндекс.Здоровья – это что-то хорошее, рабочее? Или это подозрительно? Вот. Там хорошие врачи, там нехорошие. Вот, в общем, такой вопрос. Вы имеете в виду сервис с текстами? Вот их, да, их телемедицина, которая вот, удаленное общение с врачами. Вот. Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. А? Я знаю, что те тексты, которые там они публикуют, отбирают, их, по крайней мере, первое время отбирали... врачи, которых я знаю, хорошие врачи, потому что, ну, именно с такого энтузиазма, что вот давайте сделаем хорошо.
Ну, начинание хорошее. Простите. Еще вопрос? Здравствуйте. Вот я хотел спросить, вы отобрали множество сайтов, и вот сказали, что вот эти плохие, вот это хорошие. И вот мне интересно, насколько детальные исследования вы проводили, на сколько процентов вы уверены в том, что вот эти точно хорошие, а вот эти плохие. Смотрите, конечно же, да, я должна была говорить, что я не проводила исследования на эту тему. Но up-to-date – это то, чем пользуются все мои знакомые врачи. То есть, если ты хочешь сделать хорошо, купи в своей клинике подписку на up-to-date. И Medscape'ом тоже. Понятно, что там для врача это не конечные точки. Ты идешь дальше исследовать, на что они опираются, какие еще есть исследования. Это скорее про пациентов история. Medline Plus, NHS, UpToDate Patients. Я находила там какие-то противоречия, ошибки, противоречия врачебным статьям. Но я считаю, что ошибок на этих сайтах, ну, процентов 5%. То есть все остальное – это такая качественная информация, которая к тому же регулярно обновляется. И, по крайней мере, там какого-то зла, ада, который навредит, я не находила. То есть это, конечно, да, это не на 100%. Но вот по ощущениям именно так. Вот. А следующий еще тут где-то был вопросик, да? Подскажите, сейчас существует мобильное приложение, которое позволяет проверить взаимодействие лекарств между собой, так и лекарства и алкоголя. Ваше отношение к этим ресурсам? Ну, смотрите. Ну, я им сама пользуюсь. И понятно, опять же, что у них даже есть несколько противоречивые данные по некоторым вопросам. И, к сожалению, это все основано на каких-то отчетах. То есть вот там какие-то пациенты добросовестные или врачи, которые это заметили, сообщили, что вот бывает так, или это было понятно там из исследований. И... Нет, ну почему? Есть же там химия, это все. Вот это с этим не соответствует. Ну, если бы вот, да, все вот было так просто, то мы бы уже лечили рак. Как бы мы бы понимали, там, что бахнуть, чтобы вот все было здорово. Нет, к сожалению, там еще влияет куча всяких, не знаю, ферментов, веществ в организме человека, которые вот дают какую-то непредсказуемую реакцию, о которой мы узнаем, когда уже лекарство выпущено, например, на рынок. И это все, конечно, там будет написано «посоветуйтесь с врачом». Если у вас есть возможность, посоветуйтесь с врачом. Но я видела недавно, например, пост врача, который говорит, мне написано «посоветуйтесь с врачом». Я сам врач, сам себе это назначил. Что мне делать? То есть он не понимает, что делать, потому что данных реально мало. Хорошо, вот про врача вы сказали. Вот лучше настроить против себя врача, сказав, что а вот я почитал в интернете, тут же ты враг, ты сам, а что пришел ко мне, сам лечись тогда? Смотрите, да, вот важно мне было сказать, не сказала, про то, что да, фраза совершенно справедлива. Я поискала в интернете, она вызывает как минимум тайное возмущение. Но если вы скажете, я всегда говорю, я прочитала в UpToDate, я прочитала в Medscape. Если врач не понимает, о чем речь, до свидания. Если он говорит, ну да, в UpToDate так, но вот последние вышли рекомендации, а в них иначе. И, соответственно, мы с ним приходим к какому-то выводу, как все-таки лучше лечиться. Грамотный врач, я говорю еще раз, грамотный врач, он будет рад пациенту, который вообще понимает, о чем речь, и готов тратить время на изучение информации не на бабушкиных сайтах, там не Меркола, не Natural News, а на хороших сайтах, которыми пользуется сам врач. Здравствуйте. Вот вы говорили про то, как проверять в реестре те лекарства, которые нам выписывают. И вы указывали также про БАДы. Да. Как можно проверять их? Потому что с ними все намного сложнее. Смотрите, если коммерческого названия нет в реестре лекарственных средств, соответственно, это, скорее всего, что-то, что не лекарство, которое зарегистрировано в России. Есть база Роспотребнадзора. Я ее не рекомендовала, потому что она странная. То есть, по идее, там должен быть полный список БАДов, но очень часто было так, что я ищу БАД, который точно продается и легально продается на территории России, но его там почему-то нет. Ну, может быть, я как-то не так забивала, я не знаю. Есть еще сайт реестра лекарственных средств России, rlsnet.ru. Там просто информация не то чтобы
обновляется так, как надо. Но там есть инструкции, и там есть информация про БАДы тоже. То есть, если вы заберете там коммерческое название, вы увидите, что это БАД, гомеопатия или что еще. Но я не рекомендовала именно потому, что госреестр – это там самая актуальная информация про, про препараты. Вот. Добрый день. Спасибо большое за грамотную, хорошую информацию. Вопрос со стороны действующего медицинского работника. А как быть да, врачу государственной медицинской организации, которая оказывается в заложниках между хорошими статьями, знаниями, да, может быть, действительно доказательными препаратами, которые уже действуют за рубежом и разрешены к использованию за рубежом, и нашими стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, которые в связи с последними поправками в Федеральный закон о здравоохранении стали основными нормативными документами, на которые врач должен опираться. И, соответственно, если он не с ними проводит лечение, назначает препараты, он становится заложником ситуации со страховой медицинской организацией. Этот вопрос нужно задавать юристу, потому что вы можете сесть, как бы, а я не то, нет, чтобы... Нет, просто, видите, тут не да, я, со стороны врача, тут в отношении пациента, то есть пациент придет, будет говорить, да, про то, что он там где-то что-то читал, препараты, и как выстраивать, да, общение с пациентом, как, то есть ему же не объяснишь всех этих моментов тонких. Смотрите, во-первых, поэтому я рассказываю обычно мои лекции для пациентов, про то, что врачи действительно могут быть в сложной ситуации. Я спрашивала Аню Сонькин-Дорман, которая занимается навыками общения и профессионально тренирует. И она говорит, что вот если у врача есть 12 минут на прием, в который совершенно ничего невозможно сделать, просто говоришь пациенту. Ну, у нее нет, она говорит, да, у меня нет хорошего ответа на вопрос, но я бы делала так, я бы говорила пациенту. У меня 12 минут на прием. У меня есть клинические рекомендации, у меня есть такие-такие ограничения. Там, но, в общем, вот история такая. Я вам назначаю это, пишу это в карту там, и как-то озвучиваю, может быть, некоторые другие вещи. Это, конечно же, риск, потому что там, может быть, диктофон пошла к заведующей и так далее. Но идеального решения здесь нет. Даже если вы будете все делать по рекомендациям, вы можете сесть. По-моему, в Калининграде примерно такая сейчас история. Нет, ну просто тоже пациентам, да, то есть в ходе лекции тоже не мешало бы, да, объяснять, что бывают такие ситуации, что врачи сами являются заложниками ситуации. Ну, я попыталась объяснить на примере со страховой и ВСД. То есть, да, окей, я буду приводить в следующий раз этот пример. Спасибо. Еще есть вопросы у кого-то? Вопросов, как я понимаю, есть еще один. Давайте последний. Ага. Когда следует понять, что вот, допустим, сейчас у меня такие симптомы, я могу полечиться дома сама, посмотреть, как они прогрессируют. А когда уже срочно бежать к врачу, точно срочно. Ну, вообще, там моя коллега Ольга Шубина, она говорит, что, ну, если есть возможность, бегите к врачу сразу. Но мне кажется, не зря медленно плюс NHS UpToDate дают такие главки, в которых написано: если у вас головная боль и рвота, или у вас очень сильная головная боль, которая никогда у вас не была в жизни, идите к врачу немедленно. В этом случае, там, если у вас 2 недели не проходит симптом, запишитесь к врачу. То есть такие вещи. И мне кажется, это оправдано, потому что лишнее посещение больниц, оно грозит некоторыми неприятными событиями, там, тем же инфицированием, особенно для маленьких детей. В общем-то, ну вот так, то есть я сама это делаю и пока жива. Вот. Можно еще про сайт телемедицины, онкологии? Вы говорили что-то, я запомнила. Есть сайт клиник амбулаторной онкологии. И можно позвонить, узнать, делают ли они вообще такое. Ну, то есть, насколько я знаю, там что-то было. И, ну, на самом деле, ask.nenaprasno.ru. Это очень хороший сайт фонда профилактики рака, в котором они рекомендуют врачей поближе к месту нахождения пациента. Спасибо. Уточнить по поводу моего вопроса про базу врачей. А будет ли еще попытка после неудачной создать такую базу? Я не знаю. Это должны делать врачи, мне кажется, потому что со стороны журналистов, ну, тем более, там, или для пациентов, тем более, это все очень сложно. Ну, это безусловно. А кто это должен делать? Именно это от врачей должно исходить или от пациентов? Или это при помощи журналистов? Смотрите, пациенты должны захотеть? Есть, например, Evidence-Based Club. И вот в Инстаграме. И они такие, нам надоело отвечать на вопросы про то, посоветуйте хороших врачей.
давайте вы сами будете рекомендовать хороших врачей, мы составим таблицу. И в этой таблице, конечно же, были и гомеопаты, и там китайская медицина, и все на свете. И, соответственно, вот видите, как бы пациентская рекомендация, она не очень хорошая. Врачей, ну вот, просто не очень понятно, как сделать так, чтобы ты вроде бы кого-то не порекомендовал, он при этом не обиделся на тебя. Ну, я боюсь, что это такой неразрешимый конфликт. Спасибо большое. Даша, миссия теперь твоя — выбрать самый интересный вопрос. Я бы хотела вот молодому человеку за очень правильный вопрос. Да. Да. Вы сразу... Сразу поняли, что задавать. Да, очень практичненько. Спасибо вот. Большое. Давайте поблагодарим Дашу. Мне кажется, очень спасибо. Полезная лекция. Спасибо огромное. Буквально через 40 минут у нас будет новая лекция. Будет выступать представитель Мегафона и будет рассказывать о том, как новые технологии внедряются в город и помогают делать добрые дела, в том числе искать людей, которые потерялись в городе. Вот, приходите. Спасибо.